Кстати, первая машина, с которой познакомилась, так скажем, вообще с автомобильными дорогами познакомилась. Не как водитель, а просто это была Митсубиси. Первая, которую мне запомнилась, вот так вот, поездка нормальная. Это была Митсубиши. Возбуждает меня Митсубиши, что делать? Митсубиси даже стоит вокруг. Четыре часа полной хуйни, и наконец-то мы здесь. Хоть что-то полезное сделаем. Полной хуйней страдали 4 часа. Я заебалась шляться по этому Сочи. Нахуй оно мне нужно. Интернет. Митсубиши Моторс. Лаги. Митсубиши. Что-то здесь как-то... Ой, блядь, ничем не пахнет. Сочи, АТО. О, сноуборд! Там даже сноуборд есть. Ура! Видите, там даже сноуборд прикреплен. Давайте спросим. Аутлайнсер. Ага, хорошо. Вот она в белом варианте. Посмотрите. Девушка, в салоне можно сидеть? Нельзя? Можно? Отлично. Надо в белом аутлендере посидеть. Разрешите. Я почувствую, как это в аутлендере сидеть. Ну что, сейчас мы наглядно показываем, как делается энергия мысли. Вот данными штуками мы, так скажем, нагоняем энергию мысли более-менее хорошей машины. Нет, это, конечно, средненькая машина, ничего в ней такого. Но на первый момент она пойдет. Смотрим, что у нас тут. Просторный, в принципе, салон. Что у нас тут есть? Тут даже есть что-то. Ну-ка. Здесь, кстати, удобно. Мне удобно здесь. Ну-ка, надо только поближе. Во. Во, поближе и нормально. Ну-ка. Вообще нормально. Смотрим на панель. Панель, как вам? Ну-ка, воротничок. Воротничок. Лимон с чем-то. Мне похеру, сколько стоит. Главное, тут есть зеркало, видите? Главное, тут есть зеркало. Так, тут что у нас есть? Мне нужна машина, чтобы водить. Я устала передвигаться с кем-то. Я хочу одна. Хочу одна, понимаете? В машине хочу одна. Дайте мне кто-нибудь машину. Мне тут хорошо. Девушка, можешь спросить, какие у вас условия для тест-драйва? Какие он данный дорожек, когда закончится презентация? Да. А то есть там не ваш стаж вождения, стаж? Права, что были. А, ну отлично. Круто. Да, девушка, буквально через минут 30 мы начнем официальную презентацию, после чего мы вам вас пригласим. А, хорошо, хорошо, хорошо. Тест-драйв. Тест-драйв. Почему я паспорт не взяла нафиг, а? Со своим имя. У меня есть.
Причем тут у меня прав нет с собой, у меня дома. А, ты имеешь в виду сесть поездить, да? Да, тест-драйв тут идет. И я прохожу по тест-драйву. Ну, черт! Я ж... Черт! Именно, так сказать, на тебя понадеялся, что ты уезжаешь в эти... Я же не думала, что опять все так быстро произойдет. Что уже можно будет ездить. Опять все произошло быстрее, чем я думала. Черт возьми. Ну, это все можно. Хуй в тест-драйв. Такого хуя я пошла на презентацию Mitsubishi Outlander. И не взяла свои права, сука. Потому что оно и к лучшему, я бы сейчас разъебашила весь их белый Mitsubishi за лимон с чем-то. Разъебашила бы просто. Нет, что правда. Я не водила, знаете, сколько? Долго. Не знаю, сколько надолго. Так что нихуя это не случайно, что я даже не подумала об этом. Прикиньте, даже мысль не закралась. Как так? Почему? Почему у меня даже мысль не закралась? Это же глупость. Это же естественно. Идти на презентацию Mitsubishi и взять права. Ёб твою мать, это же так просто. 2+2. Что, не складывается, что ли? Ебать. Ладно, похуй. Пусть их Mitsubishi джип будет в порядке. Ох, вот мне прям, у меня настроение сразу повышается. У меня сразу тонус повышается. Kia? Что мне сделает Kia? Ничего понять не могу. Что это такое? Kia? Зачем Kia? Не, ну, Kia? Все время выйдет. А, ну окей. Kia да Kia. Ну и что с этим Kia? Он рассказал, минут через 15 ага. Начнем. Так что пирожное там глотнем на халяву. Естественно. Круто ходить на крутые презентации. Там всегда круто кормят. Видите? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот еще один вариант, где можно достать бесплатно жрачку. На презентациях. Манабы. Логисты на этих центрах. Это все-таки что? Согласен? Да, логист. Нет, ну я не хочу сказать, что он замдиректор. Но тем не менее, она не клерк. Ну и нормально. А сейчас работает как в Питере. Как и вам на белом диване. Volkswagen. Ага. Ну она тоже грамотно. Я в свое время научил ездить на машине, права сделал. Сама перегоняет машину. Всех классов. Ну, это шифрография меня видела. Ага. Короче, девочка так. Что а такое Kia? Поменялся на что он. Kia, это как ноутбук Lenovo. Они поменяли. LG. То же самое. Никогда впечатляла. Золотая звезда. Ну, да? Mitsubishi другое дело. А, Mitsubishi? Я слушаю. Star, золотая звезда. Как-то впечатляла. А сейчас LG. Ну, я лучше зубы. Как-то. Изменилось отношение. Угу. Вот если бы на Киеве. Тебе на Бэхе нужно после чего ездить. Так, после этого... Да, семерка. Едем домой на обед? Или... Да, домой едем. Домой едем. Сейчас у меня на презентацию не останется, у меня батарейка садится. Да, Бульба, что-то. Все погодно. Почему ваша Mitsubishi Outlander белая? Нету вытирателя для задницы. Я слушаю, слушаю. Ну вот поэтому там, кстати, вот она сейчас живет, там она работает в этом салоне. Нахуй, и нужен тогда. Среди них бытует мнение, что если брать для себя, то надо Volvo. Ну. Это квалифицированное мнение, скажем так. Ага. Спасибо. Видите, мне как ребенку дали шарик. Вот это белая тычинка нормальная. Печальная. Печально. Непонятно. Почему она печальная? Непонятно. Я же веселая. С шариком. С привязанным. Хожу как с привязанным шариком, как и на опен-эйре, чтобы меня никто не потерял.
что-то. Хули тут бегать? Я лучше в чили своей посижу. Мне тут понравилось сидеть, тут очень удобно и свободно, так как мне нужно. И пахнет здесь вкусно тоже. Мне нравится, как тут пахнет. Кстати, первая машина, с которой познакомилась, так скажем, вообще с автомобильными дорогами познакомилась. Не как водителя, а просто это была Mitsubishi. Первая, которая мне запомнилась, вот так вот, поездка нормальная. Это была Mitsubishi. Возбуждает меня Mitsubishi, что делать? И никаких ремней безопасности, понятно вам? Никаких ремней безопасности. Час, мне еще ждать-то нужно. Когда я хочу сюда. Разобудут все стекла. И укачусь. И уеду куда-нибудь быстренько. До первого столба. Да, ничего. Или, может быть, перематериализовать машину из одного места в другое. Пиздёж года, короче. Новая, на презентации новая Mitsubishi Outlander белого цвета пропала. Вместе с девушкой в красных очках. Странно. Ебанись, куда пропала. Может быть, машина держит девочку в заложниках? Жива ли девочка, бедняжка? Бедняжка девушка уже где-нибудь с ветерочком катится по пляжу в каком-нибудь Лос-Анджелесе с ветерочком. Перематериализовала туда. А не, подожди, если я так смогу сделать, нахуя мне такой Mitsubishi Outlander? Мне нужен тогда Lexus белый. Да, чё? Нет, хотя нет, давайте сначала Mitsubishi, я его подзыбашу везде, побью. И потом уж можно. Так. Будет определенный подарок от наших друзей компании Евроатлант и компании Сагаса. Еще. Друзья, записывайтесь. Еще и тест-драйв, еще и подарок будет. Ну и ебанись-ка. А, я же пиво пила. Какой-то тест-драйв. Хуево, никто не знает. Что пиво купила. А нужен мне Lexus RX 450. Я уже выбрала давно. Такой джипик небольшой. Да, мне хочется. Мне хочется большую машину. Просторно, нафиг. Десница легкомушки. Побочный. Суки, кто проехал с нами это чили, тут было написано 8 километров, кто-то отключил ее только что. Кто, суки, проехал с нами это чили 8 километров, ничего не врубилось. Коллега. Коллега, да, коллега? Да, вижу коллега. Здесь нужно поаплодировать, друзья. Ой, какие вы. Там идет презентация, я их на них забила. Мне тут и так все слышно. Это третьего поколения. И на нашем мероприятии приветствуют сегодня директор автосалона Севелитопола Елена Николаевна. Здравствуйте. Там хуй опять какой-то базарит. Поприветствуйте меня. Широкие мне аплодисменты. Если у вас есть какие-то вопросы... Ролик не будет работать, пока мы все не поаплодируем. Аплодируем. Включайте, суки, ролик. Мне будет все видно. Все, друзья, вы готовы? Да. Вы готовы? Давайте смотрим. Да, капитан. Знаете, вот он цвет. Мой цвет, вот он. У меня даже телефон такой, у меня компьютер был такой, у меня даже ежедневник был такого цвета. Это офигенный цвет. Еще вот white. Хороший цвет. Блин, чем эти
white отличается, вижу. White solid, самый белый, который. Да, еще цвета смотрим. Medium red. Medium red Nika. Medium red, короче. Medium red. Вот это вот. Ой, вот. Ну что, друзья, спасибо огромное. Вам понравился видеоролик? Вам понравился видеоролик. Еще раз Николаева Евгения, которая была сценаристом и режиссером, и водила автомобиль. Также мы еще не представили наших замечательных друзей. В нашей компании есть много друзей, и одни из них — это компания Европлан, лизинговая компания. Сегодня у нас здесь Оля. Оля, привет. Компания «Сагаз». Николай, замечательный, у нас немножечко опасный, будет пробки в нашем городе. Ну, делай, что хочешь. Будет приятно, правда? Ну, давайте потихонечку приходить к классам. Также мы реализовали уже более 7000 автомобилей по всей России. И это достойно аплодисментов, друзья. Ура! Но если подходить более детально... Запах хороший стоит. Запах хороший. Понятные простые формы, облик и четкий мини. Модель приобрела свою концепцию. Это стильный, многофункциональный внедорожник. Давайте обратим. Внешний вид внедорожника стал более брутальным. Вам нравится брутальный вид внедорожника? Брутальный? Ну-ка. Давайте поаплодируем девушке. Ей нравится этот брутальный вид внедорожника. Вы пироженку кушали? Пироженку. Отлично. Все слушали пироженку или нет? Я не ела. Отлично. Там охуенные пирожки, не хочу я смотреть сейчас. Но вот это выглядит как автомобиль более высокого класса, благодаря большему использованию высокоплачных, высокопрочных металлов кузов стал жестче, а вес уменьшился даже на 85 кг. Обтекаемая форма автомобиля снижает коэффициент лобового сопротивления на 7%. И это автоматически делает автомобиль что? Правильно, экономичнее. Вот. Дайте, пожалуйста, мужчине пирожку. О фирме на экономию, вы чё? Давайте тогда поговорим о никакой экономии. Это дефицит. Экономия — это дефицит, слушайте. Никакой экономии. За счет чего? Конечно же, мы адаптировались полностью к бензину марки А92. Бензин дешевле, значит, его... Дешевле. Мне похуй. Обслуживание тоже стоит дешевле. Абсолютно тоже дешевле. Стоимость обслуживания непосредственно... Самое дорогое мне давайте. Много. Насколько вам расскажет Константин Сей, это вы все сможете сегодня сами проверить на тест-драйве. Все записались на тест-драйве? Я сегодня не записалась. Почему вы не записались на тест-драйве? Вы не хотите попробовать? Очень приятно. Смотрите, что он делает. Вы не хотите разъебашить? Есть замечательный ключ? Левый Митсубиши, да, хочу. Или нет? Ничего, что у меня прав с собой нету? Нет, ничего. Да, есть. Смотрите, когда его открываем и закрываем, вот курки закрываются. Вот разве не красота, правда? У вас тоже, да? У вас есть Outlander? Ну, у меня есть Outlander? Нихуя. Или хуя. Для управления работой полного поколения каждый найдет для себя что-то интересное и новое. А доступные программы, такие как Mitsubishi Motors Finance, позволяют... Зиписи на презентации. Пью только воду и хожу в туалет. Заебись, у меня презентация проходит, как всегда. Ну все, короче, всю инфу, которая мне была нужна, я получила. Вся мысль, которая мне была нужна, я получила. Все, валим отсюда. Все, закончено. Сагаз, один из лидеров страхового рынка. Вы сегодня получили номерки за прохождение на этой замечательной модели. Что это, разве машина вообще? Что это такое?